сегодня мы приобрели замечательный развивающий набор Lego Duplo с такими машинками. Там три платформы, на которых можно делать машинки. Вот. И разные варианты, как можно их делать. То есть вот здесь вот такие вообще самые популярные варианты. Плюс еще можно самому делать. Самому что-то комбинировать. Получится вообще очень много вариантов в машинах. Хоть каждый день новую делать. Вот, и тут как раз от возраста от 1,5 года до 5 лет детям очень интересно. Вот нам 2 года, и нам тоже очень интересно. Особенно вот нам интересно сейчас играть в краны, как машинки цепляются за краны и тащат одна другую. Или вот эту вот. Кроме того, здесь еще куча всяких других блоков, которых можно строить. Да. Вот такие вот машинки. Но это дома будем дальше делать. Мы еще не дошли с магазина домой. Решили посмотреть, что там внутри. Покажи, как он тащит одну машинку за другой. Покажи, как краном надо тащить машинки. Да это я знаю машинку. Вот эту покажи мне. Вот это как работает. Здорово. Чапик наш подрос. Наш голубь выкормленный ручной. Да неинтересно ему машинки твои. Иди сюда. Будем делать что-то интересненькое. Так, сделаем вот из этой, сделаем что-то интересное. Вау, машина такая. С контейнером. Мусоровоз такой получился. Так, где у нас бумажка была, не видел? Здесь нету такой, наверное. Здесь много вариантов таких можно делать, этих машинок. Вот так, так. Здесь не тут. Вот, да. Вот такой у нас мусоровоз получился, на котором можно возить груз всякий. Ну, можно мусор, можно вообще груз. Грузовичок, наверное. Так, что мы будем делать следующее? Где твоя полицейская машина? Сейчас мы из нее сделаем тягач. Давай сюда. Опачки. Во, как ты здорово сделал. Молодец. Наш грузовичок. Делом занят теперь. Вот он какой получился, да? Ну, какой грузовичок. Вот я сделала такой, как автобус длинный из 2 машинок. Просто это Лего позволяет делать все, что угодно. Вот. Можно даже поставить сверху еще машину, и получится вот как. Перевозка машин. Да? Да. Вот немножко разломали, ну ничего. Давай.
надо спасать его. Иу-иу-иу-иу. Давай, спасай. Да. Вот такой бензовоз получился у нас. Сейчас покажу, как я его делала, если получится. Вот здесь такие детальки. Вот они. Вот. Вот простая платформа машинки. Покажу, как он. Где тут у нас? Вот он, бензовоз. Нет, это другой немножко бензовоз. Я делала какой? Я вот этот делала. Сверху вот эти создадут форму округлую. Подвигать схему машинку. Да, давай, спасай его. Теперь его надо на заправку. Где заправочная станция? Где заправочная станция? Ну, давай, подключай его, заправляй. Нет, шланг-то где? Шланг-то с бензином где? Так, светофор нам тоже пригодится. Алан, где шланг с бензином? Как заправлять будешь машину-то? Пш, где эта штука? Сзади тебя посмотри. Сзади тебя. Собак. Как надо заправлять? Ну, заправь его как надо. Заправляем, да. Ну, теперь что будем делать? Ну, какой грузовичок еще тут есть у нас? Да. Да. Ну, вези его на заправку заправлять. Вот этого надо заправлять. Да. Ты давай играйся. Да.
и что теперь? Заправлять будем? Все, больше не будем? Светофор. Грузовичок такой. Заправился на заправку. Поехал. Daddy.